Сегодня в Ленинском районе Новосибирска загорелся деревянный барак. Жилой дом признали аварийным еще несколько лет назад, но две семьи до сих пор отказываются переезжать. Огонь уже успели потушить, есть и первые версии случившегося. По горячим следам в причинах происшествия разбиралась Алия Арзаева. Проводка горит. Проводка? Да. Чувствуется дым, и я смотрю, вот как вот дверь стоит, и в щели в эти, что-то горит. Я дверь открываю, там... Сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме поступает в начале 4-го. Горит квартира в деревянном бараке. У меня квартира, комната, дым. Коридор открываю, весь это в дыму. А дверь открываю, уже этот соседний квартира уже горит. Ого, вообще чё, вот так. Вот эш приехали. И не могу никуда выйти. И этот кухню, стекло разбиваю, вот у меня этот. И русский... Человек вышел, этот, проходил, я ему сказал, помогите, пожалуйста. Он ведро взял, на дверь снаружи уже сливал, я не вышел. Надо, надо. Пожарные расчеты приезжают быстро. Огонь не успевает распространиться на другие квартиры. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Для ликвидации тушения пожара было привлечено 6 единиц специальной техники. Также сотрудниками ФПС с верхних этажей было эвакуировано. Спасено 2 человека. Версии происшествия появляются сразу. Жильцы уверены, пожар рукотворен. Ну, скорее всего, это поджог, потому что здесь находилось две семьи, которые не соглашались с муниципалитетом по поводу расселения и предоставления жилого помещения. Это вот так и есть она, чтобы выселять, чтобы вместо этого дома другую построить. Это все прекрасно знают. Однако есть и другие версии. Жильцы говорят, что перед пожаром выгоняли из дома 3 подростков, которые били окна в пустующих квартирах. В истинных причинах пожара предстоит разобраться дознавателям МЧС. Если версия поджога подтвердится, материалы передадут в полицию для возбуждения уголовного дела. Алия Арзаева, Алексей Зубило, Новости ОТС.